приведу обзор нашего номера на базе. Лазурная. Вот наш домик. Начинается с небольшой веранды, где можно посидеть вечером, попить чай. Мы с детьми тут занимаемся на улице. Оставляем пляжные свои вещи. Это окно в спальню, окно в ванную комнату и дверь. Нужно отметить, что дверь очень надежная. На нескольких замках, вот так поворотом ручки, замыкаются на 3 замка. Все сделано из дерева. И теперь заходим вовнутрь. Встречается Иисус. Ванная комната. Заходим. Окошко на улицу. Свет. Пожалуйста. Душевая. Очень удобная. Со сливом. Все в одной комнате, все удобства. Номер состоит из 2 комнат. Заходим в спальню. Стены, потолок. В спальне кровать. Комодик, шкаф с зеркалом, прикроватная тумбочка. Имеется еще дополнительная вешалка для верхней одежды. Окошко со шторами. Такой пол тоже деревянный. Но это другая комната такого общего плана, где можно поспать. Тут 2 места еще. Плед, которым можно выйти вечером на веранду, закутаться. Такие вот шторочки. Кондиционер, холодильник Сатурн, сделан в Украине, новый совершенно, телевизор, обеденный стол, микроволновая печь, чайник, подсобные всякие шкафчики. Мойка с посудой. В общем, все есть для отдыха. А питаемся мы также на базе Корабел, потому что нам очень удобно, рядом и, в принципе, недорого. 250 рублей на человека. Такие наши жилищные условия. Так мы отдыхаем. Думаю, может быть, кому-то это интересно для дальнейшего отдыха. Ну, я всех благодарю, кто смотрел нас. До свидания. До новых встреч. Пока что здесь лазурно.